Всем привет! Сегодня у нас покупочки фикс прайс. Что я купила? Первое, что я вам хочу показать, это вот такой вот боксик. Стоит 199 рублей. Это такая раскладная сумочка. Она очень вместительная. И можно туда как раз таки сложить всякие тюбики, флакончики, уход за лицом, за волосами. Вот она с ручкой. Там были другие цвета. Там был синий, какой-то темно, почти черный. Ну, в общем, мне розовый нравится. Розовенький взяла. Веселенький цвет такой хорошенький. Теперь я сюда положу все свои крема, тюбики, уход за волосами, за кожей. Потому что оно у меня все лежит в другой коробке. Ну, в общем, и если нужно будет мне в дорогу, в поездочку взять сумочку, как раз вот все это сюда поместится. Прекрасная сумочка, я очень довольна. Конечно, дороговато, фикс прайс у нас подорожал. Я иногда смотрю на цены, думаю, когда-то вот это все было по 50 рублей, вспоминаю те времена. А сейчас 100 рублей, 99, но это еще куда не шло. А вот уже 200. Ну, она, в принципе, стоит того. В общем, хорошо сшита, все хорошо. Вещь хорошая. Но все равно цены подросли. И если на 500 рублей раньше можно было много чего набрать, то сейчас уже выходишь с фикс-прайса, уже за 1000 переваливает покупки. Ну, ничего страшного, переживем. И это фикс-прайс просто реже уже теперь хожу и все. Но если я беру, я уже иду целенаправленно и беру то, что я хочу, то, что мне нужно. В общем-то, я шла за боксиком для своих тюбиков. Ну, взяла вот такой вот хороший боксик. Мне нравится. Он не только для дома, но еще и в дорогу. А еще я шла в фикс прайс за шортиками. Дочка купила шортики для внука, для Денечки нашего. Купила вот такие вот шортики. Но она купила одни. Он одел их. Шортики очень как раз хорошие. Это чистый хлопок. Удобно ребенку носить. В общем, но так как он пачкается, он одел один раз, вышел в них, вернулся и уже запачкались, они грязные, руки об себя вытирают, но ребенок маленький. Поэтому я взяла еще одни такие же темные, ну и чтобы не были все одинаковыми, взяла еще вот такие вот голубенькие. Там были всего два цвета, вот я два цвета и взяла. Вот как раз ему то, что нужно сейчас бегать по улице, в садике, а то он уже вырос со своих уже прошлогодних шортиков. Вот это то, зачем я шла целенаправленно. Шортики по 99 рублей. Ну, еще по 99 рублей я взяла вот такую вот корзинку складную. Честно говоря, я думаю, такая корзинка, она вообще в хозяйстве нужна. Я так думаю, что я ее оставлю себе, но, возможно, я посмотрю, возможно, я отдам ее Денечке для игрушек. В общем, посмотрим. Я хочу сейчас ее разложить и посмотреть, как она выглядит в разобранном виде. Потому что на картинке тут я вижу, там можно хранить игрушки, там можно сушить сушки даже, мне кажется. Открываем. Ну вот такая прекрасная такая вот корзина. Здесь раз, два, три яруса с такими отверстиями. И она не просто вот открытая, а там можно положить, и оно не выпадет. Ну, в общем, хочу сказать, для игрушек прекрасно. Также можно ее, допустим, повесить где-то, как какую-то мелочевку складывать в коридоре, там шапочки, перчаточки и так далее. Ну, в общем, я даже, вы знаете, когда ее увидела, первая мысль, которая мне пришла в голову, здесь можно сушить яблочки, фрукты, можно вот лето сейчас, и можно повесить где-нибудь там на верандочке, и вот тоже сушить. Потом ее можно, в принципе, постирать, она из материала синтетического прекрасна. Вообще, можно даже рыбу сушить, вяленую делать. Но это шутки, конечно, хотя, в принципе, можно было бы, мне кажется, да. Даже как сушку ее использовать. На солнышко повесил и прекрасно. В общем, интересная вещичка. Тоже была разных цветов. Была розовая, еще какого-то салатного цвета. Но я на этот раз розовую не стала брать, потому что я думаю, что это как хозяйственное я и буду использовать
хочу, чтобы неприметный такой вот был цвет. Ну, в общем, такая штука, 99 рублей. И она, если что, вот сложилась и убрали ее. Прекрасно. Еще по 99 рублей я купила антискользящий коврик 50 на 80. Это для ванны. Но вот когда я выхожу с душа, и мне хотелось бы на такой коврик становиться ногами. Честно говоря, я давно уже на этот коврик посматривала, уже не один раз. И все время думала, брать не брать, взять не взять. Но на этот раз уже думаю, ладно, возьму. Раз уже хочется, значит надо взять. Сейчас я его раскрою. В общем, такой вот коврик, он мягенький, и в принципе это как раз, это тот размер, как раз, который мне нужен. Вот это то, что мне нужно. И цвет я взяла нейтральный, тоже разные цвета, расцветочки были, ну взяла вот такой. О, красота. Еще я взяла батарейки, пальчиковые, мизинчиковые, по 99 рублей одна и другая. Ну, батарейки всегда нужны, постоянно у нас то пульты, то еще что-то. В общем, батарейки приходится все время добирать. Потом глядь, их опять нету. Нужная вещь. Ну, еще я для хозяйства опять-таки взяла туалетную бумагу, папия мягкая. Это четырехслойная. Четыре штуки стоит 77 рублей. А там была трехслойная, 6 штук стоит 99 рублей. Ну, трехслойную я уже брала, а четырехслойную решила взять и попробовать. Ну, еще ватные диски, они тоже всегда нужны. 160 штук. Коте. Мне нравятся, и дочки мои тоже нравятся такие. В общем, они очень такие удобненькие, мягенькие, как прошитенькие. Ну, это тоже тоже постоянно нужная вещь в доме. Ну, 55 рублей, 160 штук, я думаю, это нормально. Притом, это очень хорошее качество. Еще по 55 рублей я взяла перчатки. Размер там был разный. Но это перчатки с ароматом розы. Они пахнут. Сейчас я открою и посмотрю. Первый раз, честно говоря, вижу перчатки, которые пахнут. Но они действительно пахнут розой. Ну и что, прекрасно даже. Они довольно прочные. Размер я взяла, ну, такой, какой мне понравился. В общем, размеры там разные есть. Они часто рвутся, но бывает, тут дырочка появилась, уже протекают. А с дырочкой уже не подходят. Значит, ой, прям аромат розы стоит. Какая прелесть, их можно просто повесить и нюхать. Просто чудесные. Еще я взяла опять-таки вешалки. Вешалки постоянно нужны, потому что вещи прибывают. Ивановский текстиль я часто заказываю. Ну и потом я посмотрела, старые вещи я уже из шкафчика убирала. И также старые вешалки хочу выбросить. И чтобы у меня уже все такие хорошие тоненькие вешалки висели. Потому что тоненькие вешалки — это побольше вещей уже поместится. А старые вешалки у меня есть такие потолще, они сами по себе вешалки место занимают. Больше, чем блузки, которые на них висят. На этот раз я вешалки взяла бархатные, потому что антискользящие вешалки на некоторые ткани, ну, не очень удобно снимать. Хотя это, в общем-то, хорошие. Но я решила попробовать и взять вот такие вот бархатные. Они по 55 рублей, в наборе 3 штучки. Вот взяла разных цветов. Когда я дошла до отдела еды, я смотрела, вообще хотела себе какую-нибудь сладюшечку взять. Но я думала взять какие-нибудь кексики. Вот я люблю кексики. Не могу найти свои любимые кексы ни в одном магазине. Другие брать не хочу. Но еще я люблю шоколад. И я увидела, что вот эти шоколадки, они такие... Каждая шоколадка маленькая, завернутая. Ну, когда каждая шоколадка маленькая, завернутая, то здесь нет возможности съесть, может быть, лишний шоколад. Одну взяла и хватит, чтобы не переедать. Нарисован на картинке черный шоколад. 200 грамм здесь, это стоит 55 рублей. Я сейчас хочу открыть и попробовать этот шоколад. Эти шоколадки называются Берлинго.
Ну, что я хочу вам сказать. Шоколад вкусный, такой приятные такие нотки в нем есть. Шоколад темный, без начинки. Я начинки не вижу здесь. В общем, шоколадом довольна, притом это недорого, 55 рублей, 200 грамм. Да, это недорого, но и вкусный, можно брать, вкусный шоколад. Одобрямс. Ну что, мои хорошие, всеми покупочками я довольна. Ничего не взяла такого, что мне разочаровало бы. Пока что мне все нравится. Кому мое видео было интересным, полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч! Пока-пока!